Всем здорово, ребят. Ну что, я что-то забыл, что сегодня битва гильдии. Я себе такой на расслабоне сижу, а битва гильдии уже полным ходом идет. В общем, у нас сегодня будет интересный тест вариаций героев. Хочу потестировать Зефира. Сейчас мы с вами просто его потестим. То есть вариант с воодушевлением, плюс поставим сюда на всякий случай маскировку. То есть такой вариант для битвы гильдии на PvP локациях я вам показал. Хочу его еще потестить на БГ. Плюс мы потестируем сегодня также Фрейю. Очень интересной сборки. Я вам сейчас тоже ее покажу. Уберу стрелка. Вчера я вам показывал максимальный дамаг. То есть максимальная Фрейя. Вот такая вот. Правда, я не знаю, что ставить здесь. Наверное, тоже поставлю маскировку. Попробую девятую. То есть такая вот сборка. Ну и, конечно же, с ними будет Варжай на всякий случай. То есть мы идем сейчас просто потестировать, посмотреть, какой у нас будет урон. Так, лям 200, 900, лям 100. Ой, отлично. Будем унижать сегодня миллионников. Так, окей. Поехали. Выпустили мы. Вот это, конечно, смешной урон по нему проходит. Так, давайте я себя, наверное, там сейчас перекину в другую сторону, вот сюда. Так, чтобы проценты было видно. Вот сюда закину. Ну, в общем, что я могу вам сказать? Вы, в принципе, сами все видите. Он, по сути, базу разобрал. Давайте сейчас еще попробуем Фрейю, посмотрим на ее дамаг. Кого они там будут долбить? Так, ну, дамага у нее не так уж и много, я вам скажу. На битве гильдии, как видите, она не выбивает максимум. А вот теперь она выбивает максимум, когда она ушла просто в инвиз. Что у нас осталось по героям? Фрэнк. Так, ладно, давайте еще разок. Интересно, интересно, надо это просто посмотреть. Так, выпускаем его. Ее. И давайте еще ворожея сюда закинем. То есть такой вариант. У нее, конечно, не сработает маскировка. Наверное, маскировка сейчас бессмысленна здесь. Такой вариации, но мы зато увидим, как она минусует обалденных героев. Так, у нас осталась какая-то неубиваемая прям командора, я смотрю. Ну, это ненадолго. Все, минус командора. Зефира тоже, в принципе, убрали. Остался один бедный огник. Ну, я думаю, он нам не будет проблемой. Сейчас интересно посмотреть, чтобы хотя бы один раз по нему попали. Можно, кстати, выпустить в таких случаях фобу. Так, ладно. Как-то так. Я бы не сказал, что особо какие-то сложные. Но Зефир себя показывает, как видите, очень обалденно. Так, это что у нас? Кто это у нас такие? Что-то они какие-то стрёмные. Так, надо, наверное, на нее все-таки поставить. Да, давайте уберем маскировку, попробуем потестить ее с грубой силой. Маскировка на ней бессмысленна, как по мне. Если у нас будет ворожей. Следующий топ. Так, дуэлянт. Давайте на дуэлянта нападем, посмотрим, кто кого. Даем ворожея. Минус дуэлянт. Так, фоба у нас с маскировкой. Окей. Так, вы смотрите потом. Лям, я вижу, проходит. Лям 800. Да ну нафиг, она просто тупо
Она просто тупо издевается, по-моему, над героями. Так, тут есть у нас еще и Фрейя вражеская, я ее что-то не заметил. Это просто пипец, ребят. Конечно, Фрейя минусует жестко всех. Так, ну тут, наверное, мы надолго зависнем, поэтому давайте закинем вот так вот. Кстати, Фрейя, посмотрите. Но Зефир полностью все попадает. Но он ее не пробивает. Ну и она, в принципе, ничего сделать не может ему. Короче, вечный бой, ребята. Оккультиста тоже убить не могут. А, мы не... По ком мы там бьем? Да, смотрите, миссуют, миссуют. А, Фрейя по голубях бьет. То, о чем я вам говорил, что если у вас будет дофига... Точнее, не дофига, если у вас будут голуби и вражеская Фрейя, вы можете так на целый бой зависнуть. Вы ничего не сделаете. Видите, куда моя дамажит. В этом и печаль вся. Фрейя. Так, в принципе. Ну давайте попробуем еще сюда Фрэнка закинем и землеройку. Такой вариант. Они будут блокировать, в принципе, землеройка то 100% будет блокировать. Так, 37 секунд, ладно, выйдем. Такс. Давайте. Давайте еще разок тест. Попробуем сейчас выпустить через Фрейю. Так, там у нас пусть будет моя Фрейя с той стороны. Этих здесь выпустим. Успели? Да, успели. Ну, то есть, как видите, дамажит Фрейя обалденно. Там 2-3 ляма она всекает. Так, а теперь здесь выпускаем 2. Мне интересно посмотреть, смогут ли они перебить эту Фрейю по дамагу. Ну, в принципе, не, все-таки не пробивает, посмотрите. Или пробивает, молчанка проходит. Все равно зависают они. Так, кстати, можно и слиться. Ну, у нас есть для этого юниты на запасе. Ну, я и специально Фрейю кинул с другой стороны, чтобы она забежала, поразбивала здание. Потому что если бы я всех закинул так и набил 50%, я бы здесь реально завис. Видите, они не успевают ее пробивать. Не, все-таки убили. Все-таки за минуту 30 они ее пробивают. То есть нормальная точность на героях, просто на изи. А, так. Где-то у нас здесь еще были противники. Лям 100 или лям 70. И потом посмотрим еще одного. А, так, окей. На ком мы тут дуэлянта, смотрю, вижу. Брейка тоже есть. Давайте запустим, значит, Зефира. Посмотрим на его маскировку. Как раз и Фрэнк есть. Фрэнк как-то сливается. Фига себе, посмотрите, что этот Зефир просто чуть... Это просто пипец, это кайф. Вот именно с точностью, с уклонением тоже классные все дела. Но посмотрите, что этот по нему попадает и на нем сливаются. Довольно-таки прикольно. Теперь можно закинуть даже Фрейку сюда. А, там дуэлянт еще даже жив.
Так, ну тут опять Фрея на Фрею. Так, мою слили, надо все-таки делать перезаход. Надо было ворожая закидывать еще. Давайте тут попробуем вот так даже закинуть отсюда. Так, ворожея слили. Нежданчик, нежданчик такой. Смотрите, посливали и фрейку слили. Ну, фрейя у нас без отхила всякого. Так, пробуем еще разок. Так, отлично. Заагрились. На фрейке. Смотрите, ворожая просто тупо с уклонением сливают. Ну хотя у нас в принципе ворожай так собран, он у нас с водушкой. Давайте ему поставим вот такой вот вариант. Сейчас он будет держать, по идее, удар. Должен. И от фрейи. Посмотрим, что у нас с этого получится. Так, кидаем зефира. Ну, зефир меня радует. Как видите, огненка на нем самый сок. Так, стрелок у нас ушел в минус. Ну, блин, минусуется. Нифига себе, все равно минусуется. Зефир, видимо, тоже с точностью пробивает. На ура. Ну, у нас зефир без питомца, то есть я специально пэта не ставил. Вот сейчас мы посмотрим, пусть сольют Фрею. Ну, его тоже не убивают. То есть это может быть вечный бой. Так, окей, а теперь давайте вариант запустим всех с блокировками совсем, посмотреть, что же у нас получится. Сейчас единственное, надо заагрить. Всех полностью. Я думал, там уже мы вражеского зефира слили. Но, к сожалению, мы там его еще не слили. Так, смотрим. Ну, Фрэнк проседает, причем жестко проседает. Не хватает недомогания. Вот реально сейчас не хватает. Не, разобрали. Все-таки огненка тащит. Фрейя жесткая. Нереально она, конечно, всекает. Блин, нравится мне, конечно, и зефир, и Фрейя такая тоже неплохая. Она попадает, и все, и сразу минус. Без вариантов. Так, что тут у нас? Тут у нас тоже, я смотрю, есть Фрейя. Давайте попробуем на нее заагриться. И ворожей. Так, отлично, на Фрею заагрились. О, ворожай, смотрите, как слился. Ну, это не страшно. Самое интересное у нас впереди. Смотрите, что она творит. Она просто там бешено, бешено шатает героев. Ну, смотрите, практически Фрей ушатали. Но Зефир не проседает вообще. Зефир реально не проседает.
Да, ворожаи, конечно, сливают как-то очень быстро. Ну, пробуем еще разок. То есть в данном случае я сейчас так. Землеройку жалко слили. Я тестирую, смотрю варианты, как слить Фрею. Вот, допустим, даже если будут там мега имбы. Смотрите, они все сливаются. Тут сейчас мы, кстати, можем слиться. Мы сейчас побежим дальше, наверное. И, скорее всего, сольемся на ком-то. Либо зависнем, одно из двух. А может и нет. В принципе, Фрея тут за один шот может огника вынести. Если повезет. Она это делает. Она просто нереально крутая. Ну вот так вот, ребят, то есть это реально жесть. Такую фрейм надо, наверное, качать и иметь в распоряжении, потому что с ней просто изи. Так, еще этого попробуем пройти. Что-то тут вообще печально у него. Ну попробуем. Не вижу я такого мега особо дамага. А, там вражеская Фрея тоже есть. Ну, попробуем так заагрить. Так, отлично. Смотрим на героев. Придется ворожая еще докидывать, чтобы отхил включал на нее. Ну, не знаю, в общем, эта тройка, вот эта связка, можно ставить свободно одного питомца и проходить без проблем любую расту с воодушками, там, с чем хочешь, без проблем. Бешеный отхил плюс дамаг. Видите, здесь агрится, вот это единственный минус, то, что они агрятся. Попробуем такой вариант еще докинем всех остальных, чтобы поблокировать молчанками. Вот только молчанка блокирует сразу же все. Так, самое главное не проспать момент, чтобы они дальше не побежали. Но вот это более-менее, я вам скажу, хороший деф. Со всех, что мы прошли сегодня, вот это очень неплохой вариант. Но это опять же все зависит от того, откуда мы забежим. Мы что можем и отсюда забежать. Так, Фрэнка минуснула, Фрея. Но мы тоже там кого-то минуснули. Опять зависнем. Ну, то есть на таком дефе можно зависать. Не знаю, зачем он там поставил эту осу. Королеву ос, она, по сути, не совсем нужная. Ну, вот ворожай хороший. Вот такие расты надо проходить просто с Минотавром. Если у вас есть проблемы, берете вот этого товарища. Вот такая вот сборка. И без проблем. Я думаю, мы сейчас шатанем на все 100. Хотя, может, и не добьем что-то. Все может быть, я это не исключаю. Вот, загрели по максимуму. Вытащили.
козочку эту, только бум и все, и база нет. То есть такие варианты фрейм на деф ставить, конечно, это беда. 97. Ну, я деф поздно выставил. В общем, вот так вот, ребят. Не знаю, пишите комменты. Реально, состав бомбический. Я сейчас вам его покажу. Я в гильдию его закину сюда. Ну, самых основных, кого мы сегодня тестировали. Какие сборки героев. Это вот такая вот фрейм максималочка. Ворожей для подхила тоже топовый. По-моему, этот. Вот такой вот ворожей. И зефир, который тоже у нас на максималке. Три таких героя, и без проблем вы будете проходить любого топа без проблем. В общем, вот как-то так. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Думаю, вам понравилось это видео. Реально, Фрейя меня удивила. Я задумался над тем, стоит ли ее перекачивать или все же оставить в такой сборке с максимальным дамагом, чтобы она просто расшатывала. Зефир однозначно плюс. На сегодня для меня это одна из топовых сборок. Именно с огненкой 10 и с 7 и плюс. Максимальная точность 13 тысяч, то есть его реально. Но ворожей я вам уже показывал, ворожей у нас на максимальный уклон собран, то есть все семерки. В общем, вот так вот. Пишите, всем удачи, всем пока.